Узнают ли меня мои любимые подписчики без моих опознавательных знаков? А как ты думаешь, я Моргенштерн? Нет. Я Моргенштерн? Нет. Работает, работает. Моргенштерн. 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 Бузер. Он на себя личность никакая. А может тебе въебать? Ребят, все нормально, все нормально. Уважаемый, что за съемка? Я Моргенштерн. А, все, я... Под гримом. Под грибами, ты хотел сказать. Под гримом. Тише. Эй! Сегодня у меня есть шанс погулять по улицам. Вау! Всем привет! С вами Моргенштерн, и вы на канале Ладно, в общем, господа, здравствуйте, не пугайтесь, это правда. Я немножечко видоизмененный. Лишенный энного количества волос на макушке, так сказать. Но это по-прежнему я, все нормально. Не было видео целых 2 месяца. Я немножко уже забыл, как снимать на YouTube. К вашему великому счастью, у меня наконец-то купили рекламу. Поэтому сегодня будет новое видео. В общем, в чем суть? Вчера ко мне во сне явился Дава, сделавший липосакцию, и сказал: посмотри на меня, какой я красивый. У меня ни татуировок, ни бороды, ни смешных усиков вот этих вот. Я худой, я сделал операцию, посмотри на меня. А ты, кто ты без своих отличительных знаков? Без своих татуировок, без своих этих усиков, бородки. Кто ты, б***ь? И я подумал, блин, а действительно, узнают ли меня мои любимые подписчики, мои любимые слушатели без моих, так сказать, опознавательных знаков? Поэтому сегодня мы загримируемся, замажем татухи, сделаем какую-нибудь щетину, замаскируем усы, бородку и пойдем гулять по улицам! Так вот, да, вы и так понимаете, каково это быть ебаным Моргенштерном, когда тебя знает, ну, почти вся страна, ты не можешь пройти по улице, в торговом центре, про метро я вообще молчу. Чувак, что за дичь? В общем, моя социальная жизнь на территории России и СНГ давно уже закончилась и просто не существует. Поэтому сегодня и для меня будет весело погулять по улицам, спуститься в метро, сходить в какую-нибудь школу. И вам, я думаю, будет интересно посмотреть. Короче, я заебался. Пойдем гримироваться. Вау! Знаете, что такое золотое яблоко? Это не фрукт. И это даже не золото. В общем, наши друзья золотого яблока вот такую здоровенную коробку прислали. В которой очень много косметики. Да, золотое яблоко, вот, это не фрукт, это магазин косметики. С самым огромным ассортиментом. И поэтому сейчас будем краситься, мазаться, гримироваться. Спасибо вам большое, что купили рекламу в этом видео. И наконец-то мои подписчики хоть что-то посмотрят на этом канале. А что происходит сейчас в данный момент? А, ты колешься, я так и знал. Блин. А что, спирт? Ну, это специальный спирт для этих гримов. Ладно, нет. Я, ребята, не пью уже 8 часов. Сила, спор. Самое интересное, это если, вот прикинь, мы приходим в школу, как бы в эпицентр фанатской любви, и они в итоге меня узнают, что тогда? Что тогда, убегать? Ну, они будут все просто просить, давай фотографироваться. Слушай, они сами фотографироваться вот нельзя будет в таком образе, а то спалят до выхода видео. Вот, так что все, кому я сегодня отказал фоткаться, пожалуйста, знайте, что это не потому, что я гондон, а потому что, чтобы не спалиться перед выходом видео. Золотое яблоко – это магазин косметики с самым огроменным ассортиментом на территории России. Также у Золотого яблока есть очень удобное, стильное и современное приложение для смартфонов.
вы всегда найдете там очень приятные и вкусные скидочки, а также десятки и даже сотни эксклюзивных брендов. Как, например, косметику от Kylie Jenner вы сможете найти в России только в Золотом Яблоке. Но самое приятное, что помимо и так немалых скидок в Золотом Яблоке, у меня есть еще мой личный промокод SEX на 10% дополнительной скидки. Само приложение чертовски стильное и очень удобное, так что вы в парочку кликов, совершенно себя не утруждая, сможете найти ништяков себе и своим близким. Здесь все: каталог, бренды, новинки, акции, подарочные карты и даже идеи для подарков. Идеи, даже уже не надо самому ничего придумывать. Золотое яблоко само придумает за тебя хороший подарок. А самое главное то, что даже в магазин ходить не надо. Я же знаю, какие вы все ленивые комнатные черви. Золотое яблоко доставляет удовольствие по всей стране. Sexual wellness. Вибраторы-стимуляторы. Золотое яблоко. Ай-яй-яй-яй-яй. Промокод. А если вы хотите быть такими же счастливыми, как этот цветочек, бегите по ссылке в описании. Радуйте себя, своих близких отличными подарочками из золотого яблока. И не забывайте про секс. А мы продолжаем. Вау. Я как-то даже... Непривычно. Да, не знал, что... Вау. Вау. Да, реально очень хороший. Такой. Самое время попросить подписчиков подписаться на канал. Дорогие подписчики, вы же знаете, что я люблю вас. И моя любовь выражается в том, что я снимаю для вас отличные видеоролики. А если вы хотите показать вашу любовь, нужно же всего лишь нажать на кнопку подписаться и на лайк. Это же так просто. Всего 2 клика, а как приятно. Напишите, пожалуйста, в комментарии, идет мне или нет. И если там будет очень много «да», я сведу татуировки. Нет, нихуя я этого не сделаю, это очень больно и долго. А вы точно видели? Блин, классно. Они и по цвету очень похожи. Ну не зря я вчера ночью бегала по мусфильму, вылавливала людей. Вот Саня, ну камера. Саня думает, что меня по-любому узнают. А мне кажется, что меня узнают только, ну, типа, самые преданные, такие самые прям шарящие фанаты. В общем, да, господа, делаем ставки. Узнают меня сегодня или нет. Наташа, сейчас нужно подобрать какой-то голос, чтобы меня не узнали по голосу. Да, так, ребята, нет, это палево, да? Может, немножко сиплоты добавить? Вот немножко вот так сиплым быть, да? И вот таким, знаешь, немножко таким играющим акцентом, ну типа, йо. Ты кого-то очень сильно напоминаешь мне на ютубе. Ну не себя? Не себя же? Нет. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк за то, что я такой талантливый и могу менять голоса. Я понял, кого ты мне сейчас напоминаешь. Кого? Джарахова. Джарахова? Да. Все телки любят мой джун-джун. Хочешь, я его покажу. Еще мне надо, кстати, над мимикой лица поработать, чтобы мимика была неузнаваема. Вот, если немножко так прищуренным быть, да? Ну, в принципе, вот если вот такой вот такой шейбал всегда иметь. Смотри, ну, вот ты бы узнал меня, скажи. Но голос очень сильно меняет. Последние штрихи. Мне уже не терпится, блядь, типа, не терпится пойти гулять. Чтобы вы просто понимали, я когда хожу по улице, я всегда в темных очках, в маске, надеваю капюшон вот до сюда, опускаю голову. Прячу руки в карманы, потому что ногти, татуировки, да. То есть хожу так, как зажатый додик, блядь. Боюсь поднять глаза, посмотреть, потому что сразу начнут приставать. А сегодня у меня есть шанс с прямой спиной, не закрывая своего лица, погулять по улицам. Вау! Почувствовать себя обычным человеком. Мне этого очень не хватает иногда. Рубрика «Внезапный флекс». Смотри, сколько купил, все, смотри.
Пиздец, да? Пиздец, ладно. В общем, трансформация лица завершена. Сейчас самое сложное, самое действительно сложное, это найти неприметную нищеёбскую одежду в моем охуенном гардеробе. Ты что, предлагаешь взять мою одежду? Да уж, эти проблемы богатых. О, вот это, конечно, самое дорогое в моем гардеробе. И вот это, конечно, вот это. Я считаю, что эти вещи должны быть, ну, у каждого уважающего себя человека. Есть еще, например, вот такие. Вот такая сумочка, отличная вот сумочка. Ссылочки в описании. Это, если что, моя одежда, мой мерч. Если вдруг не знали, да? Блядь, Balmain, Янгурус, ЛВ, Прада, Balenciaga. Мне кажется, вот это неприметно. Я штаны, короче, нашел в грязных вещах, в мусор, в какой мусорке, блядь, в этой стиралке. Мы сейчас сделаем вид, что я их тут нашел, да? А, вот же они, блин. Не, стой, самое сложное, это, наверное, обувь. Но у меня из обуви есть... Никакого дизреспекта. Найку, да, но самое типа дешевое, это вот это. Как это, Air Max или что это? Это, ну, не слишком дорого выглядит. Больше нет просто вариантов никаких. Я могу, конечно, вот это одеть, блядь. Вот так. С трениками. Рождение Моргенштерна. Дай комментарий. Что про Моргенштерна думаешь? Как будто так больше стал похож на себя, нет? Это может быть, да. Это вообще... Да, еще немножко двигаться на другом. Будьте добры, на парочку слов. На парочку слов, выйдем нахуй. Это Рустам, с вами Рустам ТВ. И мы начинаем. Ну что ж, мы выдвинулись на улице, отправляемся на первую локацию, это будет школа. Я выбрал не простую школу, а школу имени Пушкина, потому что, ну, Пушкин — это легенда своего времени, я легенда нынешнего времени. Так что бич я вешу, как молодой Пушкин. Едем в школу номер, по-моему, 345 имени Александра Сергеевича Пушкина. У меня есть с собой микрофон для интервью. Сейчас мы будем узнавать у молодого поколения, как оно вообще относится к современной музыке, как она на поколение влияет и, ну, конечно же, что они думают о Моргенштерне. Помните, я про мерч рассказывал? Эти сумки, они заряжены на успех, поэтому в них всегда спавнятся бабки. Можете сами проверить это, как бы купив мой мерч по ссылке в описании. Вот, что это? Это страховочка на случай, если вдруг люди не будут идти с нами на контакт. Я буду предлагать им бабки. Скажу, хотите поучаствовать в викторине про рэп, про современную музыку? Если отвечаете правильно, я даю вам, типа, деньги. Я думаю, от денег никто не откажется, тем более школьники. А то где им еще достать бабок, чтобы слить все на кейсах в CSGO, блядь? Ребят, привет. Но, блин, я выгляжу, мне кажется, немножко, знаешь, устрашающе. Еще ты в маске. Можно? Так, подписчики, смотрите. Вот так вот выглядит Саня, чтобы вы понимали. С прицелом на лбу. Вот так вот провода торчат из бронежилета. Для школы это безопасно выглядит? Я пришел ребенка забрать, какие проблемы? Ребят, я могу сына забрать или что? Чужого, да. А, кстати, насчет того, почему я решил не одевать солнечные очки. Мне кажется, это будет совершенно нечестный эксперимент, потому что в очках, ну, уже вообще не останется почти ничего, по чему меня можно узнать. Поэтому глаза оставим для самых преданных фанатов. Посмотрим, кто увидит в этих глазах горящий огонь моргенштерновской души. Девушка, здравствуйте. Можно, пожалуйста, один комментарий? Я просто дипломную работу делаю. Кого из современных артистов вы слушаете? Ой, я не слушаю современных артистов. Извини, скажи, за такой вопрос, а вот насчет Моргенштерна? Ну, сам, да, просто, ну, популярный, все. Да, я знаю, он молодец, в плане того, что
А как он это делает? Для меня это не мое. Я понял. Спасибо большое. Все хорошо. Работает, работает. Знаешь, я просто жду момента, когда ты спрашиваешь. Она сейчас говорит, Моргенштерн, и тебе скажет, ну, гандон, он кончен. Я тоже. Братанечка, можно у тебя маленькое интервью взять, пожалуйста? Ты слушаешь современную музыку? Да. Ну, а кто твой самый любимый вот из современных артистов? Моргенштерн? Все, я понял. Ладно, спасибо большое. Давай. Привет. Кого слышишь? Слава Мэрву, также его друга Моргенштерн. Хороший вкус. Пацаны, можно один вопрос, пожалуйста? Дипломную работу делаю. Слушайте кого-нибудь из современных исполнителей? Янг Трапа. Так же, как он. Данный стиль. Как думаете, современная музыка плохо влияет на молодежь или хорошо? Я думаю, что хорошо, потому что у нас станет больше рэперов, больше начнут убивать людей тупых, больше наркотиков. Ну, то есть, типа, тупые люди сдохнут, а умные дальше будут строить страну. Отличная дипломная работа у нас получается. Последний вопрос касательно Моргенштерна. Позер, очевидный позер. Есть правда. Кизару его, кстати, не уважает. А Кизару, за Кизару что скажешь? Кизару, ну, это папа хип-хопа. Все, спасибо большое. Все, спасибо большое. Позер, блядь. Позер? Очевидный позер. Девочки, извините, пожалуйста, могу я 2 минутки вашего времени? Вы слушаете кого-то из современных музыкантов, рэперов? Монатик. Рахим. Моргенштерн. Все, спасибо большое. Братанчик, извини, можно минутку времени? Минуточку. Очень модно выглядишь. Я просто пишу дипломную работу на Баумовском, на журфаке. От сука. Да нет, извини, нельзя. Мне в таком образе вообще нельзя палиться. Первый узнал. Уходим, он сейчас может снять. Ты слушаешь современную музыку? Да. А каких исполнителей? Ну, из новых, Моргенштерн, например, это один из немногих. Ну, вот, допустим, Моргенштерн, это же про наркотики, алкоголь. Не будет ли это плохо влиять на молодежь? Ну, я считаю, что как это может повлиять на человека? Человек должен думать всегда головой, прежде всего. Что ты слушаешь, что ты смотришь, оно не должно влиять никак вообще. Очень хороший ответ, спасибо большое. Извините, я могу минутку вашего времени взять? Вот, ты слушаешь каких-нибудь современных исполнителей? Нет. Нет? Ну, вот, допустим, на слуху у всех Моргенштерн, что вот о нем можно сказать? Видео не впечатляет. Плохо влияет на молодежь или хорошо? Ну, мне кажется, что тут уже каждому решать. Кому красное, кому белое. Спасибо большое. Не впечатляю, блядь, сука. Вы что-нибудь современной музыкой интересуетесь как-нибудь? Современно нет. Меня интересует только классика. Только классика. А вот, например, ну, самый нашумевший персонаж Моргенштерн. Слышали что-нибудь? Ни понятия не имею, и даже меня совершенно не будет это интересовать. Вы очень везучий человек. Вот. Спасибо. Господа, я могу вас минутку времени своровать буквально? Хорошо, спасибо. Одну минутку. Извините, могу минутку времени вашу? Эх, брат, могу минутку твоего времени, пожалуйста? Никто не хочет со мной разговаривать, блядь. Я что, не очень дружелюбно выгляжу, блядь? Ну, одно я могу сказать точно. Я хожу по улице уже, блядь, полчаса, и никто не подошел сфоткаться, охуеть! Каких-нибудь современных исполнителей слушайте? Ну понятно, что это что-то, кажется, что-то. Блять, сука. Блять. Не, мне нельзя палиться так. Ребят, привет, очень классно выглядите. Могу пару вопросиков задать? Делаю... Я знаю, мне многие так говорят. Хотел узнать о современной музыке. Как вы считаете, плохо она влияет на молодежь или хорошо? Ну, тот же Моргенштерн. Да, вообще шикарный исполнитель. Очень сильно его люблю, каждый день слушаю. Все понятно, блядь. О, стильный пацан. Пойдем догоним. Ребят, прошу прощения, ребят. Очень охуенно выглядите, ребят. Могу пару вопросиков задать. Ребята! Охуеть, что за хуйня? Я думаю, мы вообще не те персонажи, которых они хотят видеть и останавливать. А, ну да, такой типа с акцентом, да, блядь. Я не подумал. Стой, блядь. Извините, я могу пару вопросиков вам задать, пожалуйста? Я делаю дипломную работу по современной музыке и влиянию на подрастающее поколение. Рэп, вот это мат, пошлость. Я видел эти рэпы, я слышал. Мне
как старому человеку не нравится. А это. Моргенштерн имя что-то вам говорит? Я знаю. И как вы относитесь к такому явлению? Я его знаю. Я могу сказать, что не то, что я там его ненавижу или это, но мне не нравятся эти выходки все. У него еще брат. Шалопай. В доме 2, я знаю. Вот передавали, закрыли. Ну, и вот я его, может, раза два видел по телевизору, больше я им не интересовал. Ну, в общем, негативное впечатление, скорее, да? Ну, я слышал, скорее, да, но молодежь, вот... А вот ты Моргенштерна слушаешь? Да. Слушаешь? А да. Сколько тебе лет? Мне 8, я вот редко его слушаю, я его летом тогда с друзьями слушал. Ага, а то, что вот он матерится и там про, ну, нехорошие вещи рассказывает в своих песнях? Да я не помню, короче, мы с друзьями один думаешь? Раз послушали, нам не понравилось. Не понравилось. Да. А кто твой любимый рэпер? У меня Трил Пил. Трил. Егор Крид. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Трил Пил, респект. Это мем, чувак, мем на жесткий. 8 лет, у меня Трил Пил. Трил Пил. Да, Моргенштерна летом с друзьями слушали один раз, не понравилось. Нормально. Я не ребенок, я уже взрослый, нахуй учебу, дайте мне вот. Трил Пил. Шарит, бля. Вот этот? Да, да. Он так смотрит на тебя. Вы знакомы с современной музыкой вообще? Думаю, что нет. Ну, вот условный, самый популярный, наверное, это Моргенштерн из всех представителей. Ну, слышали что-то? Слышал, но я даже там пытался слушать, но это совсем не мое. Вообще просто. Ну вот его песни про девушек, мат, алкоголь, это развращает молодежь нашу? Что значит развращает? Таких примеров достаточно много, не только в истории искусства российского, а еще и император по имени Калигула разъезжал в Риме на 12-метровом красном члене, деревянном члене, запряженными там буйволами по Риму, а на этом члене там, лесбиянки и геи там занимались сексом, ну, соответствующим образом. Как вы думаете, это развращало или не развращало молодежь? Вот. Это сродни тому же самому. Понимаешь, для того, чтобы выпендриться, нужно сделать вот так. А какое это отношение имеет к искусству, я думаю, никакого. Очень классный ответ, спасибо. Кажется, я знаю идею для твоего следующего клипа. Огромный красный член, занимающийся сексом. О, блядь. Тебе так плохо, потому что в одежде бедных людей? Да. Она такая дешевая, блядь. Моргенштерн. Да, как ты думаешь, я Моргенштерн? Нет. Привет, как ты думаешь, я Моргенштерн? Нет. Как ты думаешь, я Моргенштерн? Ну, похож. Похож или Моргенштерн? Ну, в принципе, если подумать, то, возможно, и да. Спасибо. Это уже смешно. Ой, мне очень с этого прям разваливает. Брат, Моргенштерн, параша. Ну да, он не самый лучший. А где вас посмотреть? Рустем ТВ. Моргенштерн, параша. О, нет. Извините, пожалуйста, один вопрос. Моргенштерн достоин жизни? Конечно, естественно. Естественно, конечно. Это лучшая музыка в России или худшая? Я, конечно, слушаю эту музыку. Простите, что, еще раз вопрос? Повтори вопрос. Моргенштерн или Егор Крид? Моргенштерн. Почему? Обожаю его. А любимая песня? Кристалл Майот. Хорошо, спасибо большое. По-моему, ты Моргенштерн под гримом. По-моему, да. Возможно, я Моргенштерн под наркотиками. Ты под гримом. Под грибами, так сказать. Под гримом. Ладно, тише. Ладно. Блин, все, нам пора менять эти лака... Стоять! Моргенштерн, говно? Говно Моргенштерн? Да. Извините. Дай спускаться!
Помогите, дети, помогите! Ладно, пацаны, извините, но фоткаться нельзя, я не могу палиться в этом виде. Это очень смешно было. Ну что ж, первая локация, я считаю, успешно завершена. Дальше я хочу съездить в ЦУМ, погулять внутри и погулять около. Поспрашивать модников, так сказать, тех, кто шарит, что они думают про Моргенштерна. Блин, брат, ты так классно выглядишь, скажи, пожалуйста. Блять. Здравствуйте, можно один вопрос? Моргенштерн или Путин? Не знаю. Я Моргенштерн. Который будет вот... Да, это я, это я. Это новый Кадиллак. Да, да, это я. Боже. Я, да. Диджей Моргенштерн? Да, это я. Диджей Моргенштерн. Это я. Обалдеть. Они верят, что я Моргенштерн. Я просто первый раз слышала о вас, о дочери. Я не знаю. Да это не Моргенштерн, а просто гримировали парня. Это грим. Похож? А, тут я смотрю, что татуировки тоже нарисовали? А их нет уже. А вон на шее, на шее. Нет, не, у не, него не, нарисованы, нарисованы. Они замазали татуировки, это точно. И лицо такое красивое. Это точно лицо, как у меня. Еще раз, еще раз, еще раз. Какое лицо, какое? Очень красивое. Да. Вот это. После косметолога, и у вас тоже, и у вас тоже. Спасибо. Ладно, хорошо вам. Вот это топ самых красивых артистов. Ладно, давайте, если меня еще раз узнают, придется в очках тусоваться. Уважаемый. Да. Что за съемка? Не надо мне снимать. Я Моргенштерн. А, все. И он поверил. Цепи висят на папе. Сука, я вдоль четапах. У. Не зовите охрану, я Моргенштерн. Это я. Девушка, я Моргенштерн. Я пришел за новых коллекциях. Когда все забыли. Да как? Я же суперстар. Она не верит, что я Моргенштерн. Я не хочу просто ни в чем участвовать. А? Ну ладно. А ты веришь? Сразу за. Блять. Здравствуйте. Кто такой Моргенштерн? Я не знаю. Срочный вопрос. Моргенштерн или Егор Крид? Моргенштерн. Моргенштерн. Все, пора очки, походу, кидаться. Да. Алишер. Да. Как стать популярным в Ютубе? Ну, нужны богатые родители. Только так. Это есть. Десантник номер два в истории подойдет? Кто? Десантник номер два в истории Российской Федерации подойдет? Пока. Мне страшно. Пацаны, ебать вы модные. Моргенштерн, пидор или нет? Господа, я Моргенштерн. Я в курсе. Да пиздец, бля. Бранда, бранда. Ладно, спасибо. Слишком много палева, мне придется идти ва-банк. Ситуация такая, я Моргенштерн, что будем с этим делать? Вы не Моргенштерн. Так в смысле? Ты чё, блин? Я Моргенштерн, я... Это на мне! Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, поверь мне, ну, поверь мне, мне никто не верит. Я докажу. Моргенштерн или Путин? Путин. Не понял. Путин. Почему? Ну, потому что Моргенштерн хуйня делает, в принципе, все. Поясни, не понял. Что пояснить, почему он хуйню делает? Ну, я не понимаю, да. Ну, музыка у него это полный плагиат, и, в принципе, он на себя личность никакая. А может тебе въебать? Ну, блядь, давай. Я Моргенштерн, блядь, ты меня оскорбляешь в лицо сейчас. Почему? Ну, я Моргенштерн, брат. Не верю. Как тебе доказать, что я Моргенштерн? Сними очки. Ну, поверил. Еще раз скажи, что я хуйня. Ну, в принципе, ну я от своих слов-то не отказываюсь. Я люблю тебя. Я только с
сердце, но телефон пропал. А, ты поэтому меня больше не любишь, да? Ты, блядь, я подошел к сцене, короче, орал, сука, останови, ты не остановил, блядь. А, и с тех пор ты на меня обиду стоял. Ну, извини, не пожалуйста. Я не стекнул, на самом деле, после грустной песни, вот прям вот. Стал попсом, да, мейнстримом, ну, тип, стал. Типа такого, да, раньше лучше был. Когда на гитарке играл, вся хуйня. Ах, давай, ты там это, подписывайся обратно, брат. Хорошо. Я буду тебя ждать. Удачи. Извините, вы знаете Моргенштерна? Нет. Пацаны, что думаете про Моргенштерна? Даже не знаем, кто. Вот, видите, бывают люди, которые меня не знают. Блин, вы так круто выглядите. А что вы думаете о Моргенштерне? Серьезно? Да. Спасибо за комплимент. Похоже, говорит. Как ты похож, ты же. Ты просто как, меня. Блядь? Ночной снайпер как? Какой-то. Говорит. Причем это, ну, не школьник, не этот. Взрослая женщина. Блин, похож. Девушки, можно с вами познакомиться, пожалуйста? А я Моргенштерн. Очень приятно. Да? Да. Серьезно? Любите? Ну, песни мои любите? А можно вас попросить очки снять? Ну, не знаю даже. Ну, давай, ладно. Реально? Блядь, я сам в ахуе. Хожу, гуляю здесь, всем говорю, бля, Моргенштерн, я в ахуе. Я только сегодня кристалл мою дома туда-сюда. Все, хорошего дня. Давай. Посмотрим обязательно. Здрасте, я Моргенштерн, да. Документы ваши можно? И какой контент вы снимаете? А, я Моргенштерн, я хочу узнать на меня и с гримом, в гриме. Я Моргенштерн. Логи, документы. Ну, Моргенштерн, ну, это супер рэпер, вот, Кадиллак, Кадиллак. Опа, нас окружают, смотри. Ребят, все нормально, все нормально. Проходите, кушать хайп, видите, не пизжу. Ваши документы тоже можно. И балаклаву, пожалуйста, снимите. Почему? Ну, чтобы увидеть ваше лицо, как я буду смотреть. А, ну да, документы сравним. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Я Моргенштерн. Что мне с этим делать? Скажите, а про что вы снимаете? Мне просто интересно. Я пытаюсь понять, я Моргенштерн или нет. Не похоже. Татуировок. Не, я Моргенштерн. Ну, татуировок. Я готов спорить с тобой на бэпке. Ну, давайте, зачитайте что-нибудь. Ну, не похоже. Татуировок не хватает. Ребят, нет, один вопрос. С утра проснулся, понял, что я Моргенштерн. Что делать с этим? О, это здорово. Если вы проснулись. Моргенштерн или Егор Крид? Думаю, Моргенштерн. Ну, вот первое слово. Его можно назвать еще музыкантом? Ну, подождите, кажется, он сам же не пишет музыку, ту, которую он поет. Поэтому, ну, он просто исполнитель. А кто пишет ему? Я не знаю. Какая-то команда, скорее всего, которая пишет музыку. Ну, проект, короче, лицо, да? Да. А может, я тебя знаю? Погоди. Нет, у тебя очень знакомое лицо. Подумай. Ну, мы могли видеть сюда. Ну нет, я мог тебя видеть. Видеться мы вряд ли могли. Ты что, знаешь шоу Рустам ТВ? Нет, но могу подписаться. Обязательно, Рустам ТВ. Давай сейчас прям подпишусь. Все, спасибо. Господа, как относитесь к курсу Моргенштерна? Моргенштерн, Моргенштерн. Я Моргенштерн, я. Я Моргенштерн. Я Моргенштерн. Стой, мы же здесь снимали. Да, да. Мы же здесь пойдем, клип зайдем, снимали. Пойдем, зайдем. Здравствуйте, я Моргенштерн. Я Моргенштерн, мы этот клип снимали. Я Моргенштерн. Очень интересно, какой у вас вопрос? Почему на меня дело завели ФАС? Это право Федеральной антимонопольной службы. Красава, все правильно. Это клип за 10 лямов. Видел клип? Пора. Я Моргенштерн. Я рад. Спасибо. К сожалению, снимать нельзя. Да. Потому что, да, здесь находятся другие клиенты. Камеру убери. Все, ты, братан, тут такое ходишь и ходишь за нами. В твоем стиле мелкие изучают историю. Не понял.
Ну, ведь же на тебя сделали кавер, где рассказывают один фрагмент из истории России в стиле рэпа. Я не знал. Ну, я очень круто к этому отношусь. Это круто. Знаешь, хочешь исполню? Давай. Иван Грозный был чувак, жесткий, как мой кадиллак, свой порядок навязал и опричиной назвал. Убил сына Эпи, а вот и Рюриком конец, а атаман Ермак кайвал, он Сибирь завоевал, бра. Николай 178. Уважение. Что? Николай 178. Что это значит? Мой сценический псевдоним. Миколай? Да. 178? Да. Я надеюсь услышать тебя еще на большой сцене. Если ты будешь однажды у Дудя, передай мне привет. Привет, пацаны. Ситуация такая, я Моргенштерн. Что с этим делаем? Пруфы, что ты Моргенштерн. А пруфы, что нет? Очки сними. У тебя тут это замазано. Ну, я Моргенштерн, я же говорю. Ну, мы верим. Все, спасибо. А то я же думал, я ёбнулся. Можно песенку сыграю одну? За пятерочку. Можно? Спасибо. Держи. Извините, я отобрал у девочки бедную гитару. Сейчас она продолжит, честно-честно. Дело в том, что я с утра проснулся и понял, что я Моргенштерн, и мне нужно спеть песню свою. Ей, я Моргенштерн. Цепись одна папе, сука, я вдоль чутапа, сука, так манит запах, мы на порнхабе статья, сына беру до сзади, в халате на яхте, все, что поднял, потратил, на юга пить я спятил, стоп, сука, на мне дай топ, дай топ, цепи на мне, как лед, сука, на мне верхом я конь, я будто боб, а ты планктон, парень, я в ударе, ты не путай берегов, если ты не понял, что я гений, то ты лох, если ты не понял, что я гений, то мне пох, let it go, let it go, Hugh Hefner, Hugh Hefner, Hugh Hefner, бич, я вишу, как молодой Hefner. Hugh Hefner, Hugh Hefner, Hugh Hefner, бич, я вишу, как молодой Hefner. Всем спасибо, я Моргенштерн. Покупайте мой альбом и продавайте его. Не забывайте, что я Моргенштерн. Если кто не верит, пусть подойдет, я ему докажу. Спасибо большое. Давай. Спасибо. Удачи. Ужас, как оно играет. Я в аху, я от одной песни чуть не сдох. Ты сказал, что накрашешь, докажи. Ну, смотри, ногти накрашены. Я Моргенштерн. Красава. Все, спасибо. Изи. Стоп, стоп, стоп. Я Моргенштерн. Стоп. Мои девчонки, девчоночки, можно с вами зазнакомиться? А я Моргенштерн, я суперзвезда. Я вам клянусь, я докажу. Я докажу, я Моргенштерн. Вы что, не хотите познакомиться с суперстар? Суперстар с Моргенштерн. Кадиллак. Я Моргенштерн, я клянусь. Да, спорим? Вот давай так. Если я докажу, что я Моргенштерн, ты меня в щечку поцелуешь, пожалуйста. Нет, спасибо. Давай забьемся. Что ты, блядь? Ну давай. Я Моргенштерн. Ну посмотри, сними очки. А вот так. Уже нет, больше вообще похож? Вообще не похож. Да как не похож? Да смысле не похож? Доказывай. Снимай все. Так, смотри, ногти крашеные, смотри. Хорошо. Я Моргенштерн, блядь. Моргенштерн, я. У меня тоже ногти крашеные, что? Так ты тоже Моргенштерн. Да, я же тебе говорю, я Моргенштерн, блядь. Хорошо, ладно, хотите, воскрешем. Ну это правда Моргенштерн. Знаешь, что самое смешное? Знаешь, что самое смешное? Что? Что? То, что у нее есть видос, где ты бежишь за ней и говоришь, я Моргенштерн. Что сказать? Я сейчас гулял по самому центру города. Час, и ко мне никто не подошел сфоткаться. Ну, разве что тот, кому я подходил и говорил, я Моргенштерн, блядь. А, ну, никто из прохожих, никто вообще.
вот ноль внимания. Это очень круто. Сейчас мы едем в последнюю локацию. Я решил проверить, как у нас дела в кайфе обстоят с встречающим персоналом, с охраной, с хостесом. Попробую просто пролететь мимо них. А когда охрана начнет проявлять ко мне знаки внимания, я начну бычить. Бля, руки убери, не трогай, бля, эй, там. Да это рычать просто будешь. Ладно, будем импровизировать. Как получится, так получится. Но я постараюсь максимально спровоцировать на эмоции нашу охрану. Не бойтесь, все хорошо, это я, ребят. Привет. Всем приятного аппетита. Ой, не выкладывай, пожалуйста, раньше времени. Че, испугались? Так, не испугался, правильно. Давай пять. Охуенно. Накрутили дурака, что на такой прекрасной позитивной ноте буду тогда прощаться. Еще раз большое спасибо Золотому Яблоку за то, что вообще вдохновили меня на это видео. Всех, кто участвовал в этом видео, был добр, позитивен. Всем, кто говорил, что я Моргенштерн, всем, кто говорил, что я не Моргенштерн. А так, в целом, эксперимент классный, интересный. Мне очень понравилось. Подписывайтесь на Блядский канал, лайки, колокольчики, новые, все это сами знаете. А, ну и конечно же, жду вас в кайфе, господа. Как видите, охрана работает отлично. Ну теперь-то ты понимаешь, ты Моргенштерн. А может я просто какой-то ёбнутый чел, который свято поверил в то, что я Моргенштерн? Ты меня глючит, блядь. А вдруг ты долго будешь стирать, и татухи начнут слезать, понимаешь, что ты не Моргенштерн. О, сотру свое лицо, а там дава. И ты просыпаешься перед днем съёмок. И от плохих песен тоже. Походу, ты реально Моргенштерн. И все-таки я Моргенштерн.